НЛО обстрелял базу талиба в Афганистане. Странный инцидент произошел в городе Асабадат на востоке страны. В YouTube разместили видео нападения. На кадрах видно, как летательный аппарат необычной формы расстреливает довольно значительный участок земли. Раздается страшный взрыв, после этого тарелка исчезает в клубах дыма и пыли. Позже становится ясно, что летающая тарелка продолжает висеть в воздухе. По мнению многих интернет-пользователей, разбомбивший базу талибов аппарат никакой не НЛО, а новейший американский дрон. Военные США видео никак не комментируют, а я отмечу, что это не первый случай появления НЛО за последнее время. Недавно странный летательный аппарат видели в небе над Лондоном.